Okay. Next is a USB jack, please. Следующее, что мы хотим вам представить, это мы хотим продемонстрировать работу нашего USB ЦАП. Это нововведение в данной модели при помощи USB типа, насколько я помню, типа B, можно подключить его напрямую к компьютеру и воспроизвести музыку. This USB jack, it is here. This is the signature of the Yamaha. This is made by Yamaha, I see. And we made this IC and PC driver. We developed with Steinberg. The Steinberg is very famous for music production. So we Steinberg can control the digital signal, PC audio signal. So hardware, it is my IB division, and software is Steinberg team. Regarding the hardware and software, all made Yamaha. So we can completely manage the PC audio data. It is our strong point. На данном ЦАПе вы можете видеть символ Yamaha. Он разработан компанией Yamaha при содействии компании Steinberg, известного производителя программного обеспечения для звукозаписи. Все, что связано с цифрой, с преобразованием звука, было разработано компанией Yamaha. Все, что связано с программным обеспечением, это разработка компании Steinberg, которая позволяет нам добиться идеального качества преобразования цифрового звукового сигнала при передаче потокового аудио через USB.